Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Хочу поделиться обалденным, вкусным, я бы сказал даже праздничным блюдом, которое готовится в казане. Сегодня буду готовить в казане, давно я не готовил в казане, стоит, думаю, попробовать. Если у вас есть возможность выехать на природу, готовьте, если нет, конечно же, готовьте на плите. Поехали! Огонь под казаном горит, казан нагрелся и отправляю подсолнечное масло. Грамм 120. Смазываем хорошенечко стенки казана. Берем головку чеснока, разрезаем пополам и отправляем в казан. Также добавляем розмарин. Буквально через 2 минуты отправляем нашего гуся жарить. Аромат, чеснок, розмарин, конечно, это бомба. Жарим до красивой золотистой корочки. Теперь нам понадобится две луковицы. Нарезаем крупно полукольцами. И отправляем в казан. Мясо уже жарится минут 7-8. И отправляем лук. Ароматы возле казана стоят просто обалденные, друзья. И наливаем грамм 200-250 белого, сухого, вкусного вина. Сейчас мы будем заниматься выпариванием алкоголя. Буквально минут 10 будем тушить нашего гуся. Ах, вкуснятина! Розмарин я убрал, чеснок убрал. Тот чеснок, который развалился, ничего страшного. Пускай будет внутри, в казане. Все, тушим. Нарезали морковку, отправили. Друзья, по этому рецепту можно готовить любую другую птицу. Курицу, индейку, я не знаю, уточку. А также можно кролика приготовить именно по этому рецепту. Всегда получается это блюдо очень вкусным. Так что готовьте, друзья. Наливаю 200 грамм воды. Накрываем крышкой и будем тушить минут 40. У нас уже прошло 30 минут. Добавляю имбирь молотый. Пол столовой ложки, чуть-чуть меньше, сухого базилика. Черный молотый перец по вкусу. Две щепотки соли. Хорошенечко перемешиваем. У нас жидкость уже похожа на соус. За 35 минут. Юшечка получилась густая. Вкуснотень. Аромат, конечно, не передать через камеру, но очень ароматно. Очень вкусно. Здесь у меня пол-литра сметаны. Добавляю столовую ложку муки пшеничной. Хорошенечко это все перемешиваем, чтобы не было комочков. Ну и таким образом наша сметана не скрутится, не свернется. Говорю, скрутится. В общем, вы поняли, для чего нужна мука. Так, добавлю еще щепоточку соли. Хорошенечко это все перемешиваем. Можно взять венчик и хорошенечко перемешать так, чтобы не было никаких комочков. Отправляем в казан сметану. Хорошенечко перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим еще минут 15.
такой соус к любому гарниру просто шик. А мясо, конечно, бомба. Давайте, друзья, попробуем. Мясо, конечно, нежнейшее. Ну что, друзья, давайте попробуем. Сочная, вкусная бомба. Друзья, обязательно к приготовлению на любой праздничный стол такое мясо получается реально очень вкусным. Соус, конечно, гарниру бомба. Пробуйте, готовьте вместе со мной. И, конечно же, делитесь с друзьями. Я с вами прощаюсь, до следующего видео. Не забываем комментировать, конечно же, и делиться с друзьями.